3 января. Тет во Вьетнаме 5 февраля. Нерабочие дни начинаются со 2 февраля по 11. Это официальный государственный праздник, лунный Новый год Тет. Но уже сейчас прямо вот такое столпотворение. Я думаю, числа с 28-го вьетнамцы практически прекратят работать. Сейчас в основном все закупают подарки. Вот обычные магазинчики на углу, на кругу с фонтанами. Покажу вам, что закупают вьетнамцы на Тет для поздравлений друг другу. Начиная вот такого несчастного медведя, игрушки. Вот, подарки. Подарки есть типовые, принято дарить подарки самые разные. Там может быть чипсы, кофе, печенье, все что угодно. Вот на 500 донгов покупаете вот такой подарок. Без такого подарка как бы и в гости входить не принято. Вот. Дарят цветущие деревья. Но это вот такой вот стандартный наборчик. Видите, горох зеленый, сушеный, леденцы, алкоголь, сладкий картофель, батат, чай, кофе, в общем, все, что угодно, печенюшки. Все это вот, в общем, в наборах дарят, что только не дарят. Вот, по крайней мере, эйфория закупки подарков, кажется, уже захватывает Нячанг. Там детям дарят вот эти гигантские чупа-чупсы. Никто не говорит, что это полезно. Вот, но нравится. Вон, видите, утро такое вот, кругом всякие распродажи. Да, кстати, обратите внимание, кто меня спрашивал, вот магазин на кругу, медицинская техника, тонометры, компрессионное белье и всякие там разные штуковины. Вот, по уходу за больными. Ну, здесь все подряд. Вот корзиночки закупают для цветов и подарков. Вот такие. Чего только нету. Вот 23 января. Вьетнам готовится к лунному Новому году.